спасибо. Вот, значит, могу сказать очень интересную вещь, которая родилась буквально 2 недели назад. Вот мы отсюда сразу едем с нашими активистами в Чечню, в Чеченскую республику именно тоже. И они тоже являются частью, ну, там, шелкового пути именно с туристической. И министр туризма Чечни сказал очень интересную вещь. Шелковый путь, почему шелковый? Это очень тонкая, прочная нить. Что такое Skyway? Да, это да. Струна. Это... И мы вот этой аналогией сами удивились, потому что действительно это очень тонкая, прочная, тянущаяся линия. То, что мы делаем, и как раз мы сегодня работаем и с китайскими партнерами, и с казахстанскими, и с Киргизией, в том, что это действительно вот шелковый путь, который из Европы в Азию восстановит новый путь, и это будет технология именно Skyway. Возрождение. Именно возрождение. И второй очень важный момент, что Skyway даст стимул развития именно таким странам, как Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Тыва. Это внутриконтинентальные страны, которые обладают огромными богатствами, но не обладают выходом в море. И всегда считалось, что это большой недостаток стран. Так вот, Skyway этот недостаток убирает. Сейчас приходит время внутриконтинентальных стран. И за ближайшие 10-15 лет мы увидим просто огромнейший расцвет таких стран, как Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Тыва, наш Дальний Восток именно. И это только благодаря Skyway. То, что другое не, развивать ничего не может. Поэтому и шелковый путь, не зря он сейчас, и как раз основа шелкового пути это будет именно Skyway. Потому что это тонкая, прочная система. То есть, спасибо. Да. Спасибо. Сергей Анатольевич. Спасибо. Да. Спасибо. Сергей Анатольевич, это видео будут смотреть потенциальные партнеры моих. А вам, конечно, я могу сказать, вот сейчас, как сказали, что вы ценились, приехали, и я всегда привожу пример. У нас есть Люба Хлебникова, очень такой активист с Кемеровской области. Так вот, я когда проводил конференцию месяц назад, у нас женщина приехала, 74 года, она была бывшей зам облсполкома Кемеровского. И она такую огромную структуру вокруг себя собрала, столько людей. И я такого энтузиазма вообще мало встречал. Я когда смотрю, я просто преклоняюсь перед таким, потому что молодежь не может обладать такой энергией, такой верой, которая сегодня есть у людей. Сергей Анатольевич, у меня просто к вам один вопрос. Вот это лидеры из Кыргызстана, из города Ош. Вот они появились, и вот это видео увидят кандидаты, потенциальные партнеры Skyway. Вот что бы вы могли пожелать кандидатам, которые впервые узнают о Skyway, которые узнают об этой технологии, о возможностях инвестирования? Что бы вы могли, пару слов буквально, пожелать этим потенциальным людям? Могу сказать, что, друзья, это очень сегодня для вас важный момент, я обращаюсь к тем, кто приходит, потому что такие события и такие возможности бывают не так часто. То есть переломный момент в экономическом развитии, технологическом, он всегда идет по вехам. Вот сейчас веха. И тот, кто сейчас войдет, во-первых, он будет сопричастен к очень важному проекту. Раз. Второе. Он реально может для себя лично создать инвестиционный капитал, который будет ему и его детям давать серьезный доход. И самое главное, что он может потом показать и сказать, что я к этому имею отношение. И это сегодня во что не верят? Не верят, что это может быть русский ученый на территории России. И мы, самое главное, к этому сопричастны. Но это действительно так. И мы приглашаем, говорим, вот здесь очень много, я знаю, людей, которые подключились к нам 3 года назад, 2 года назад. Когда этого... Еще полгода назад этого не было. Да, когда да, мы да, садили да, здесь деревья, этого не было. Сейчас мы показываем дорогу, показываем опоры. А в октябре, когда мы уже будем показывать здесь демонстрацию, то есть с этим можно уже спорить и говорить, ну, друзья, тогда будет совсем другое время для входа. Поэтому сейчас пользуйтесь этим моментом. Это действительно очень важное и очень такое выгодное время для вхождения. Большое спасибо вам, Сергей Анатольевич. И как вы говорите, строй Skyway, спасай планету. Это моя глубина неделя, как она представилась. Здесь она активная. Сразу пускай приехала. А что после киргизский закон? Вы много жили бы. Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Кого видел на вводном технико-экономическом вебинаре, приветствую всех, кого сегодня еще не видел. Меня зовут Сходов Алексей. Напишите, пожалуйста, меня, как видно, как слышно. И сейчас я хотел бы провести опросник только для новичков сводного технико-экономического вебинара. Соответственно, чтобы понять, сколько новичков у нас перешло, так как это очень важная для нас
статистика, пожалуйста, проголосуйте, ответьте. Не голосуйте, пожалуйста, не новички. И сегодняшний вебинар, дамы и господа, я проведу один, сразу говорю. Сергея Анатольевича Сибирякова не будет. Будем искренне надеяться, что он будет уже вечером. И я могу сказать, что сразу, буквально с корабля на бал, Сергей Анатольевич Сибиряков отправился с Александром Мосиным в Чеченскую Республику на проведение серьезных переговоров. И данные переговоры были проведены успешно. Подробности и новости именно по примеру Виктора Бабурина, и я абсолютно поддерживаю эту логику, мы уже будем озвучивать, когда будет конкретика. Но одно я могу сказать, что действительно о проекте Skyway, там, где мы начинаем о нем говорить, соответственно, его начинают понимать, его начинают принимать и его начинают слышать. И были проведены переговоры на высшем уровне в Чеченской Республике. То есть, естественно, предварительно мы готовили переговоры и готовили примерные адресные проекты. Я непосредственно также по поводу этого работал. И в одном из озер будет представлен проект, это Кизиной Ам. Самое такое таинственное и самое глубокое Чеченской Республики и вообще как бы Северного Кавказа. И, соответственно, очень-очень красивое, дамы и господа, место, самое то, чтобы нам, соответственно, там построить трассу легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта. И доказательство этому, что Сергей Анатольевич действительно как бы не прохлаждается после экофестиваля. С Сергеем Анатольевичем все хорошо. Более того, после экофестиваля, чего не скажешь о первых конференциях, потому что данные конференции отнимают очень много сил. Вот я говорю про первые конференции, которые мы подавливали, но сейчас, наоборот, огромный заряд бодрости буквально на месяц вперед я лично получил. Я буду рассказывать про свои ощущения сегодня от экофестиваля. И вот та солнечная погода, которую на Северном Кавказе увидите, я думаю, это вам передается через экран монитора, это Кизиной Ам, замечательное озеро, и представьте, что здесь может реализован быть спортивно-туристический проект, и это достаточно как бы серьезный туристический кластер. Я общался также на экофестивале с друзьями-киргизами, и, соответственно, так как я однажды, когда проводил конференции в Бишкеке, не доехал до Иссык-Куля, но они обещали свозить меня на Иссык-Куль и взяли, соответственно, с меня обещание, что когда-нибудь в ближайшее время они начнут ездить на Иссык-Куль уже на струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Дорогие друзья, на самом деле это абсолютно, реально абсолютно возможно, ничего невозможного в нашем проекте нет. И это я вам хотел бы доказать. Я готовился по фотографиям к данному вебинару и хотел бы, чтобы те новички, которые присутствуют и, возможно, видят сегодня, здесь, сейчас данное развитие проекта, что уже фактически достроена концевая анкерная опора, совмещена с транспортно-логистическим узлом, и который, кстати, может выдерживать пассажиропоток дубайского аэропорта даже, и который будет иметь насаждение зеленые крыши, то есть это именно ноу-хау, это удешевление конструкции в целом анкерной опоры, и это экологическая направленность, но в первую очередь это будет от инженерных расчетов и инженерных соображений экономии и оптимизации наших затрат. Что говорить про экономию и оптимизацию наших затрат, дамы и господа? На самом деле, фактически несколько сотен тысяч долларов было сэкономлено за период строительства, если не больше уже, потому что фактически каждую неделю что-то Анатолий Эдуардович с группой конструкторов, а всего работает чуть больше 200 людей. И я в очередной раз посетил научно-производственное конструкторское предприятие. Кстати, на вечернем, я думаю, уже вебинаре я представлю фотографию, и на ней
будет видно, отчетливо видно и понятно, насколько заинтересованы венгерские, чешские, словацкие коллеги, которые приехали с огромной делегацией, насколько они были поражены вообще гениальности и изобретательности Анатолия Эдуардовича Юницкого, и насколько они были поражены, что мы сейчас уже видим в бизнес-центре «Титан», насколько выстроена работа и, соответственно, насколько продвигается работа. Мы так в шутку сказали, что в воскресенье работают только, соответственно, люди, которые сумасшедшие. И, дамы и господа, я могу сказать, что по-хорошему те люди, которые активно развивают проект SkyWay, они действительно в какой-то мере особенные, то есть обладают огромным чутьем и абстрактным мышлением в первую очередь, потому что те, кто присоединяется даже сейчас, все, кто присоединится до демонстрации и сертификации, я могу сказать, дамы и господа, это уникальные люди, и я могу вас действительно поздравить с этим, что вы чувствуете развитие проекта на данной стадии, что вы чувствуете, что нужно присоединиться здесь, сейчас, и чехи, венгры, словаки и так далее также это чувствуют. Анатолий Эдуардович Юницкий поведал уже в который раз о непосредственно о ОТС, то есть общепланетарное транспортное средство, и рассказал особенности про Hyperloop, про SkyTrain, что касается европейского рынка, и иностранцы были поражены, я даже боюсь себе представить, потому что как бы, это моя структура, я увижу на самом деле тот приток инвестиций, который будет формироваться, но я даже не могу предположить, насколько мощным сейчас будет приток европейских инвестиций от этих стран. В ближайшее время также будут переведены на венгерский, на словацкий, естественно, на чешский язык, помимо английского переведенного языка, личный кабинет SkyWay Capital. И, дорогие друзья, это может, не может не радовать. Но я хотел бы вернуть вас немножко пораньше, а именно на закладку капсулы времени, на первую закладку капсулы времени. Соответственно, это август 2015 года, когда мы приехали, заложили капсулу времени, заложили именно основу первого столбика струнного интеллектуального ограждения. И чуть попозже на фото вы увидите этого красавца. Это действительно также инженерное сооружение. И все, чего касается струна, как говорится, преобразовывается и получает свое новое назначение, свое поистине инженерно-магическое, я бы сказал, назначение. И вы видите, дамы и господа, что ничего не было. Никакое строительство, ни о каком строительстве и речи не могло идти. То есть мы закладывали основу. И вот фото на самом деле, я думаю, что войдет в историю, когда Анатолий Эдуардович Юницкий закладывал трем поколениям аж, то есть 5, 15, 30 лет, и выкопают, обязательно выкопают и прочтут это послание. Но посмотрите вокруг, деревья, посмотрите неубранную территорию, посмотрите то, на какой стадии еще находилось в августе 2015 года. И сбросьте, пожалуйста, тот ролик, тот, кто следит за нашим проектом, чтобы люди, новички, посмотрели ролик о закладке капсулы времени и о закладке первого бетона, который первый куб бетона был отправлен. И лично я, Сергей Анатольевич, как мы обещали, мы символично так помешали бетон. Многие коллеги меня спрашивают, вы обещали мешать там. И действительно, мы его помешали, естественно, не упахивались. То есть это все было символично, открыто и честно говорим. Но все же принимали в этом участие. И могу сказать, что несколько были грязные, так скажем, и обувь, и одежда. И представьте, насколько мощную и организованную работу выполняют все инженера-конструктора, насколько грязную порой работу выполняют специалисты, которые работают на экотехнопарке. И, дамы и господа, это вот действительно
развития проекта сквозь время. Это действительно доказывает, что наш проект развивается очень стремительно и очень быстро. И я хотел бы вам также привести сравнение. Мне немножко тяжело одновременно и ставить фотографии, и вещать обычно, так скажем, на фоне вещания Сергея Анатольевича я ставлю фотографии. Я вам поставлю вот эту фотографию и потом постараюсь найти ту же самую фотографию, но на закладке нулевого километра. С Сергеем Анатольевичем мы договорились, и моя идея, чтобы именно было понятно, насколько вообще вот развитие строительства было ускорено буквально с октября. И меньше чем за полгода появилось вот это сооружение. Я всем напоминаю про три буковки АА. Вы можете их прочитать, если вы будете чуть-чуть подаль стоять и видеть транспортно-логистический модуль. Там будут вырисовываться такие три буквы А. Я, по крайней мере, вижу их, и я это символизирую как высочайшая степень надежности по аналогии именно к компании по страхованию, по финансовым и инвестиционным бумагам. Возможно, это была задумка Анатолия Эдуардовича Юницкого. Возможно, чисто инженерно это было так выверено, и это было больше как совпадение. И, дамы и господа, на самом деле более 1000 людей, участников по всему миру приехали посетить экотехнопарк, не побоялись проехать тысячи километров, некоторые десятки часов ехали и, соответственно, смотрели пейзажи Беларуси, поражались пейзажем чистейшей Беларуси и говорили, что где, как не в Беларуси, может быть именно вот в такой русскоговорящей части быть построен, соответственно, экотехнопарк. И если говорить про развитие, вот вы видите фотографии, если это та фотография, нет, это не та фотография, но можете посмотреть, что было зимой. Зимой еще не был достроен, соответственно, участок второго этажа. И, дамы и господа, действительно, строительство развивается очень-очень быстро. Также быстро развивается наш проект. То есть, приоткрыть небольшую завесу тайны, что у нас началось конкретное движение, и я также в этом принимал непосредственное участие. Подготовки, я не буду говорить конкретно про компании, не компании, но началась работа, мы давно говорили, по красноярскому проекту, и я по красноярским проектам, я бы сказал, и, дамы и господа, я могу сказать, что у красноярцев будет огромное подспорье развивать проект, так как на самом деле это огромное, так скажем, мощное влияние окажет на развитие инвест-проводящей системы Красноярска, но и также уже частные инвесторы собрались и собираются, получают оповещение. Соответственно, о некоторых проектах Красноярска, о которых мы уже будем говорить при конкретике, заинтересовывают, желают инвестировать. Сейчас мы прорабатываем финансовую, юридическую схему именно для инвестирования юридических лиц в русские адресные проекты. И, дамы и господа, естественно, уже по факту дела мы вам будем говорить. На самом деле, дамы и господа, эмоции просто переполняют. В первый день, несмотря на то, что с утра и еще за день до этого капал дождик, то я могу сказать, дамы и господа, что как раз-таки, когда проходил экофестиваль, то есть это 23-24, никакого дождя не было и рядом. Да, там были некоторые моменты, поиграли на барабанах, и Надежда Косарева, это жена Анатолия Эдуардовича Юницкого, финансовый директор ЗАО «Струнные технологии», пожелала, чтобы было солнышко, и потом, так скажем, пошутили, а что, можно было еще пожелать инвестиций, и, дамы и господа, на самом деле финансы, инвестиции у нас только приумножаются, только прибавляются, это мы можем с вами только пожелать, это только мы с вами можем сделать. На конференции в Шатре присутствовало более 600 людей, мест, естественно, не хватило. Анатолий Эдуардович и компания ЗАО «Струнные технологии»
показали мощный, мощнейший, я бы сказал, это вообще за всю историю, как вот развивался проект Skyway, очень мощный визуализационный ряд и очень серьезный инструмент донесения информации новичкам, что каждый проникнется идеей Skyway. И этот ролик больше, чем на 10 минут, там даже показывается ОТС. ОТС это как бы я лично поставил как бы одной из целей максимальной помощи Анатолию Эдуардовичу Юницкому в развитии этого проекта. Потому что в поездке, ну я с запозданием, так скажем, каюсь, начиная изучать некоторые вещи. То есть через 3 месяца я посмотрел фильм «Небо на колесе». И давно у меня лежит с автографом Анатолия Эдуардовича Юницкого фильма Юницкого «Небесные дороги». Рекомендую всем к прочтению, кто активно занимается проектом, потому что это произведение искусства Анатолия Боровского должно быть переведено на все языки мира. Потому что там действительно показывается история развития проекта Skyway, там показывается жизнь Анатолия Эдуардовича Юницкого, сколько препятствий ему пришлось преодолеть. И на самом деле, почему? На время, я повторяю, на время. То есть возьмем промежуток 20 лет, но я считаю, что это произойдет быстрее, так как мы с вами развиваемся очень мощно, и когда произойдет капитализация, то, соответственно, это будет новый шквал и поток инвестиций уже в ОТС, то есть в общепланетарное транспортное средство, но уже совершенно другими суммами, потому что человеку вообще для жизни необходимо не так много денег. И даже чтобы роскошно жить, как многие желают, и именно вот на первых стадиях обретения денег, необходимо не больше нескольких миллионов долларов для кого-то, нескольких десятков миллионов максимум. Это для тотального, так скажем, удовольствия и роскошной жизни. Во многом, и мне в том числе, как бы вот именно такой вот, такого уровня жизни, оно, собственно, и не нужно, потому что это уже касается золотых яхт и так далее. И те, кто на сегодняшний день проходит именно вот этот этап становления компании, на самом деле, дорогие друзья, признайтесь, что вы это делаете не только ради денег. Естественно, как бы ради обеспечения своей финансовой безопасности. А финансовой безопасности мы, я думаю, на следующих вебинарах мы с Сергеем Анатольевичем планируем цикл именно новых вебинаров, предводных, я бы сказал. То есть сейчас мы ведем вводный технико-экономический и далее расширенный технико-экономический, на котором вы присутствуете. Но мы еще больше такой вот элемент захвата решили сделать и сделать предводный. То есть о Skyway там будет говориться только в середине и в конце, и человек будет переходить уже на водный. И взгляните, дамы и господа, вот я как действительно нахожусь, я специально постарался сфотографировать таким образом, чтобы у вас создалось ощущение реального нахождения, и вы реально находитесь возле промежуточной опоры. Это всего лишь промежуточная опора, дамы и господа. Я могу сказать, что это достаточно массивное сооружение, и я пообщался со строителями, с инженерами, они были поражены, что менее чем за полгода было произведено такое строительство, и что такая простая конструкция. Сейчас, дамы и господа, я могу сказать, вот из новостей, которые все ожидали от Экофеста, Виктор Бабурин их озвучил, Анатолий Эдуардович лично как бы уже в приватной беседе озвучил, что сейчас мы ожидаем поставку новой партии стройматериалов, которые необходимы для того, чтобы уже начать строить, соответственно, легкую прогулочную трассу, которая не планировалась чуть больше полугода и не закладывалась еще в план экотехнопарка, но она обязательно будет. И, дамы и господа, более того, было пообещано, что легкая прогулочная трасса, все будут стремиться, чтобы она была построена в максимально сжатый показательный образцовый период и сроки. И, дамы и господа, это не может не радовать, потому что мы переходим на новый этап. Сейчас, дамы и господа,
Вот Олег из Бишкека сбросил книжку. Друзья, обязательно прочитайте. Я категорически рекомендую всем ознакомиться с этой книгой. Пускай вы будете ее читать месяц, но, пожалуйста, прочитайте, потому что у вас сложится совершенно иное мироощущение того, куда мы движемся и зачем мы движемся. И, дамы и господа, вот в продолжение своего разговора о новостях я могу сказать, что очень быстро постараются по сравнению с, опять же, это огромная скорость, и я не могу сказать уже куда уж и быстрее, за маленький промежуток времени построить, чтобы уже осенью 2016 года все поехало, а все это городской пассажирский транспорт, это юнибус и легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, то есть это юнибайк. Несмотря на то, что трасса юнибайков не планировалась, она будет построена, потому что несет в себе потенциал, несет в себе огромную возможность открывания дверей чиновников для разговора на серьезные проекты. Я могу сказать, что по Чеченской Республике, естественно, мы будем закладывать логику Северного Кавказа, то есть естественно, мы будем закладывать логику развития сети Transnet по всему кавказскому направлению. И, дамы и господа, это точка входа. Это наш небольшой подвижной состав. И я бы не называл, на самом деле, его аттракционом, игрушкой. Это абсолютно достойное транспортное средство с абсолютно мощной электронной системой, также мощной автоматизированной системой управления, также различными камерами, чтобы обладать машинным зрением. Это чуть уменьшенная копия, иным образом говоря, юнибуса. И, дамы и господа, осталось не так долго времени, когда будут натягиваться с помощью технологической оснастки струны. Мы ожидаем сейчас поставки металла, стали и арматур, соответственно, из не России, к сожалению, из других стран. Но оказалось, что именно вот материалы стоят в той или иной стране дешевле и их быстрее поставят, чем с Российской Федерации. Плохо это или хорошо, на самом деле, дамы и господа, решать не нам. Нам главное, чтобы проект двигался, чтобы проект развивался. И то, что вы видите на фотографиях, я думаю, это отлично и показательно иллюстрирует, на какой стадии на сегодняшний день мы находимся. На самом деле, дамы и господа, вот те 18 промежуточных опор, они заменяют фактически 40 лет хождения, как Моисей бродил по пустыне с народом. Также Антон Эдуардович Юницкий, опять же, вот тот, кто прочитает книгу Юницкого «Небесные дороги», и более того, третья часть книги сейчас пишется господином Анатолием Боровских, который две части написал. И те, кто были на экофестивале, зайдите в самую главную нашу группу, основную группу, и оставьте отзыв, потому что лучшие отзывы войдут в книгу. Представьте, что ваш отзыв может войти в книгу. Я лично обязательно сам, у меня есть свое видение по поводу развития проекта и что является мощной основой проекта, и в том числе для развития ОТС. Также запишу свой отзыв, обязательно обещаю и рекомендую сделать это всем. И более того, дорогие друзья, я это порекомендовал чехам, венграм, словакам. Как только они вот с такими глазами, вот действительно вот такими глазами, которые вы увидели у меня сейчас, широко раскрытыми, бешено заряженными энергетически от великолепного монолога Анатолия Эдуардовича Юницкого о технологии Skyway, об особенностях технологии Skyway, я сказал, вот пока вы с такими глазами горите, запишите видеоотзыв каждого из вас, потому что это будет мощнейшим инструментом, и это эти эмоции, эти ощущения невозможно подделать, дамы и господа, и те, кто был на экофестивале, до сих пор вы будете спрашивать, какие ощущения и так далее, они будут вам передавать эту энергию. И у нас с Сергеем Анатольевичем, к сожалению, естественно, лишь два вебинара, лишь один день. На следующей неделе мы будем затрагивать новую тему. Но, дамы и господа,
Это действительно то, что я лично очень ждал, потому что я вот обязательно найду фотографию, которая была еще в октябре при закладке нулевого километра. Дамы и господа, тогда еще не началось строительство опоры, тогда только начинал возводиться первый этаж. И вот вы увидите издали, опять же, я надеюсь, с ощущением реального нахождения там, что вдали, возле первой промежуточной опоры, располагается наша станция, транспортно-логистический узел, совмещенный с анкерной опорой, позволяющий выдерживать усилия на напряжение до 900 тонн. Вдумайтесь в это. Тот, кто технарь, тот, кто инженер, прекрасно меня понимает. И то, что сейчас абсолютно разровнено, то, что сейчас убранный был субботник перед Экотехнопарком, раньше вы убедились, что был бурьян на самом деле, и это было еще в августе 2015 года. Сейчас прошло меньше года, и, дамы и господа, что мы видим? Это действительно очень мощное развитие. И мы сравнивали развитие проекта также с Hyperloop, каким образом они строят свои вакуумные трубы. И я обязательно выложу, обработаю. Я записал, коллеги иностранцы также записали. Именно вот в таком живом общении рассказ Анатолия Эдуардовича Юницкого об ОТС, о преимуществах Skyway перед Hyperloop, перед поездом на магнитной подушке. В следующем вебинаре, на следующей неделе, я думаю, мы об этом более подробно пообщаемся. Но, дамы и господа, вот представьте, по этим опорам скоро, совсем скоро будет натянута струна и поедут осенью 2016 года подвижные составы. Поедет здесь, далее через год будет продлена эта линия уже, соответственно, на 15 километров еще и поедет высокоскоростной состав. Высокоскоростной состав – это замена, как я говорил уже на вводном технико-экономическом вебинаре, среднемагистральной авиации. И, естественно, я не мог не заговорить с таксистом, когда уже ехал в аэропорт. Я ему привел такой пример, что вот у вас уже фактически инфраструктура, то есть представьте, там фонарные столбы по прямой фактически, фактически у вас уже готова инфраструктура для Skyway, то есть по такой же аналогии опоры, они могут быть и Т-образной формы, и вот такой вот H-образной формы, которую вы видите. Все в зависимости от применений. На самом деле, дамы и господа, в наших городах уже подготовлена почва под Skyway. Осталось его только продемонстрировать и просертифицировать. И вот огромное значение, дамы и господа, то, что не может не радовать, огромный интерес складывается у людей к посадке деревьев. То есть вот у нас, как говорится, сиамские близнецы в вебинарах и в совместной работе с Сергеем Анатольевичем у нас даже одно дерево на двоих, то есть там Сибиряков Сергей и Алексей Скудоев написано. И вот посмотрите на этот сад, и частью этого сада вы также можете стать, потому что я думаю, что сейчас уже сезон посадки деревьев оканчивается, но как только начнется новый, есть еще место, чтобы, соответственно, посадить свое дерево, внести свой вклад в Экотехнопарк. И, дорогие друзья, я думаю, что вы будете с гордостью говорить и вспоминать, что ваше дерево также посажено, ваше именное дерево посажено в Экотехнопарке. Дамы и господа, это действительно то, что не может не радовать. И сейчас я могу сказать, что то, что вы видите на картинках, то, что вы увидите во многочисленных видео, об этом и можно было не мечтать, и я не мог предположить такого развития даже в своих самых прекрасных снах, когда я начинал, честно говорю, искренне говорю, честно, когда я начинал развитие проекта Skyway в 2014 году. Я не предполагал, что будут такие масштабные темпы развития. Я не предполагал, что уже в апреле 2016 года мы увидим фактически достроенную станцию. И более того,
та анкерная опора, которая же закрепляет предварительно напряженную неразрезную конструкцию нашу, являющуюся путевой структурой, на конце также другой анкерной опоры. Через километр будет строиться, соответственно, уже в ближайшее время будет, значит, строиться, это уже будет не станция, но также анкерная опора, принимающая на себя нагрузку. И, дамы и господа, фактически, можно сказать, элемент путевой структуры после натягивания струн будет уже готов для городского пассажирского транспорта. Не это ли доказательство того, что инвестиции действительно расходуются в правильном направлении? Я уже не говорю об аудите, который был проведен совершенно недавно. Я уже не говорю о тех переговорах по адресным проектам. И я дам почту, обязательно дам почту, дамы и господа. Мы уже переходим на тот этап серьезной работы. И я сброшу ссылки на скайпы, на почты Сергея Анатольевича и мои. Обращайтесь, если у вас действительно есть команда, если у вас есть действительно реальная возможность инициировать адресные проекты в ваших регионах, то, пожалуйста, пишите, мы будем рассматривать. Потому что таким образом родился сейчас концепция, схема работы в Красноярске. Таким образом, буквально с корабля на бал, как я уже сказал, в Чеченскую Республику Сергей Анатольевич и Саша Мосин отправились. И Александр Мосин, мы обязательно поставим видео. И даже если вот я найду, не расходитесь, этого замечательного, мощного, бородатого парня, истинного такого кавказца, и у него мечтой было реализовать это все в Чечне. И вот эта мечта, она сейчас у него начинает потихоньку исполняться, потому что как никто он будет заниматься финансированием этого проекта в Чечне, организацией молодежного движения и многое-многое другое. Более того, поддержку чего, дамы и господа, мы получим, об этом уже было обсуждено на самом деле вот на текущих переговорах. Но я могу сказать, дамы и господа, тут нельзя сильно обольщаться. И то, что говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, вы все помните, в 2009 году финансирование найдете. Дамы и господа, финансирование мы нашли. Способ развития корпорации мы также имеем. Абсолютно достойный, абсолютно показывающий достойные и правильные результаты. И таким же образом будет развиваться в Чеченской Республике. То есть нам в открытую сказали, что бюджетных денег, скорее всего, на данной стадии ожидать не стоит. Хотя вы прекрасно понимаете, что бюджетные деньги в той или иной республике можно найти, но на самом деле это, я думаю, начнет происходить уже после того, как, соответственно, произойдет демонстрации сертификации, когда станет все настолько очевидным, что, как я и говорил уже неоднократно, это вот Дмитриякова машина, и тоже, я думаю, передает именно атмосферу экофестиваля. И, дамы и господа, недолг тот час, когда регионы, страны начнут просыпаться, это произойдет после демонстрации сертификации. Причем, напоминаю, дамы и господа, что до демонстрации сертификации нас ждет еще и Инотранс, то есть это международная транспортная выставка в Берлине, на которую мы не просились, на которую получили официальное приглашение. И многие также активисты, участники уже планируют посетить. Норвежцы, что касается вот моей приближенной структуры, планируют посетить. И потом сразу фактически буквально через несколько недель или максимум месяц уже посетить экотехнопарк. И, дамы и господа, на самом деле вот то, что здесь и сейчас происходит на наших глазах, те железобетонные факты, которые могут позволить более чем тысячи людей прибыть в экотехнопарк, зарядиться суператмосферой, получить супер новости по австралийскому проекту, то, что австралийский проект начинает двигаться, то, что фактически вот уже начинается финансирование строительства, будет действующий тестовый участок между двумя кампусами университета, и был инициирован этот проект лично Родом Хуком, нашим партнером, который инициатор и создатель управляющей компании, то есть австралийской управляющей компании, и тот человек, который неоднократно на миллиарды делал инфраструктурные проекты. Представьте, человек так
такого уровня, такого масштаба сотрудничает и с нами. Я не говорю уже про наших потенциальных крупнейших инвесторов. Сейчас они также занимаются упаковкой проектов. И тут уж мы будем говорить по конкретике. Я искренне постарался захватывать те ракурсы, насколько позволяет чувство композиции мое, чтобы вы прочувствовали грандиозность сооружения. Потому что сравнить можно только тогда, когда вы видите человека. И вы видите, насколько высокая станция, насколько высокое действительно данное строительное сооружение. И я неоднократно говорил и буду говорить, тот бассейн, который финансируется на очень серьезные инвестиции, который находится возле современного спортзала, который я 3 раза в неделю посещаю, и я заметил, что строительство началось фактически одновременно, мы опередили, мы уже опережаем, несмотря на то, что у них стабильное и государственное, и частное финансирование. И, дамы и господа, я считаю, что с такими темпами мы опередим всех и вся, и действительно раз и навсегда обгоним и конкурентов, и будем на шаг впереди, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, и я с ним абсолютно в этом согласен. Дамы и господа, это наше счастье, это наша заслуга, это наша радость, что сейчас мы видим такие результаты. Я искренне желаю, чтобы вся энергия, весь запал, весь потенциал, весь оптимизм, и не только нужно ожидать октября, не только нужно ожидать осени 2016 года, дамы и господа, нужно просто передавать эту идею, потому что потом возможности такой может не быть уже для передачи информации именно в качестве народного финансирования, корневой технологии. Потому что потом уже можно будет инвестировать только в адресные проекты, если на те адресные проекты, на которые позволит Анатолий Эдуардович Юницкий финансировать. Естественно, будет новый виток, и я искренне его ожидаю, это финансирование ОТС. В каждом вебинаре буду несколько слов, но говорить про ОТС, потому что, на мой взгляд, уже весь мир должен слышать и развиваться широкомасштабное, многомиллионное, 10, потом 50-миллионное движение именно по строительству ОТС. То есть это должно быть действительно общепланетарное движение на уровне Жака Фреско. И, дамы и господа, если Жак Фреско – это мечтатель, фантазер, теоретик, замечательный визуализатор, замечательный, мощный идеолог, концепционист, то Анатолий Эдуардович Юницкий ко всем этим словам я могу добавить также инженер, изобретатель, конструктор и действительно тот человек, который выбрал путь струнного транспорта для того, чтобы создать ОТС и отказался от множества своих изобретений. И более того, из книжки вы узнаете, что 50 изобретений было введено в промышленное производство. Это миллионы рублей на тот момент еще в СССР имело экономический потенциал. На тот момент уже Анатолий Эдуардович Юницкий мог себе позволить достаточно неплохую жизнь, но цель была не та. Цель была именно тянули, так скажем, звезды, тянуло небо, а сейчас нас с вами, дамы и господа, тянут всех к развитию, к самосовершенствованию струнные дороги, небесные дороги. То есть Skyway. А что будет, соответственно, в Минске, в Мариной Горке, я думаю, что несложно догадаться, тут будет Sky Valley. То есть, по аналогии с Кремниевой долиной, это будет небесная долина. Это зарождение, это колыбель, так же, как колыбель нашей с вами цивилизации, вся планета Земля. И вся программа Анатолия Эдуардовича Ницкого, она направлена именно на создание, на воссоздание именно первичного вида нашей колыбели, чтобы не пришлось куда-то переселяться за надобность, а чтобы просто путешествовать, возможно, в другие миры и так далее, но уже в качестве такого туризма. Но, дамы и господа, мы этого не сделаем, потому что это такой далекий прыжок в будущее, если быть точным, примерно 20 лет, и сначала мы реализуем струнный транспорт. Потенциал данного проекта, я могу сказать, дамы и господа, это как минимум десятки триллионов долларов. Как максимум это сотни и даже тысячи триллионов долларов, как утверждает Анатолий Эдуардович. Я думаю, тысячи триллионов долларов уже имеется
веду об ОТС. И чтобы раскрыть этот потенциал, на одном из вебинаров мы подробно рассмотрим, чтобы сложилось впечатление, и чтобы данный вебинар, соответственно, сохранился в голове у вас, и вы видели вектор, которому мы на самом деле с вами, дамы и господа, движемся. Потому что струнным дорогам по всей России быть, и даже струнное интеллектуальное ограждение, которое вы видите на фотографии, это абсолютно инновационное струнное ограждение, интеллектуальное ограждение. Более того, наверху может перемещаться небольшой транспортный охранный модуль, и это будет такой маленький юнибус, маленький юнибайк. Более того, данное струнное интеллектуальное ограждение может применяться также для охраны пограничных пунктов и будет иметь достаточно серьезное, я считаю, применение. И, как я и говорил ранее, чего не касается рука Анатолия Эдуардовича Юницкого, то затрагивает наши душевные струны действительно, и то начинает звучать совершенно иным образом. Ну а что ожидает нас, дамы и господа, в ближайшем будущем? Как я и уже сказал, это натягивание струн. Мы будем их натягивать, мы будем их натягивать, невзирая ни на что, невзирая ни на кого. И если кто-то сомневался в нас, сейчас уже присоединяется. И, дамы и господа, я могу сказать, что будет присоединяться еще большее количество людей, так как уже невозможно не присоединяться, так как фактически каждый день мы увеличиваемся в геометрической прогрессии, дамы и господа, и то ли еще будет, то ли еще будет, потому что на самом деле наш проект уже раскручивается как такой именно маховик и создает огромную магнитную энергию всех вокруг действительно. И я параллельно, так скажем, и рекомендую всем, несмотря на то, что вы ведете вашу повседневную жизнь с Виктором Бабуриным, мы как-то общались и в шутку заговорили, я Виктору Бабурину предложил написать вообще как бы типа книги и вести как минимум типа дневника. Виктор, а что было до струнной технологии? Что было вот до знакомства с Анатолием Эдуардовичем Юницким? Ну, до этого была обычная жизнь. И я думаю, дамы и господа, что именно с вхождением в проект Skyway жизнь каждого из нас с вами в какой-то мере поменялась. Ну, а вот я нашел параллельно, соответственно, то, что было. Вот вдумайтесь, это действительно меня неимоверно радует. Это то, что происходило на закладке нулевого километра. Вот сравните данную анкерную опору и сравните то, что сейчас мы уже видим, то есть это то, что сейчас является станцией. Вы видите, что фактически не началось строительство, и я с радостью буду делать вот такие вот регулярные фото, потом мы сделаем типа фотоколлажа с Сергеем Анатольевичем. Это результат. Просто два вот этих фото. Я специально сделаю еще раз вот так и вот так. Дамы и господа, это тот результат, который был достигнут менее чем за полгода. И то ли еще будет, дамы и господа, мы не просто развиваемся, мы растем и летим с огромной скоростью, с огромными результатами. И от Skyway Capital с возможностью совершения замечательных инвестиций, я могу сказать, и каждый вебинар я буду говорить о том, что сегодня, здесь, сейчас, дамы и господа, у вас есть возможность инвестирования, но в 2017 году ее может уже не быть, потому что вы видите, насколько лояльно, положительно воспринимают нас главы тех или иных государств. Мы неоднократно говорили о тех переговорах, которые прошли уже, и о тех проектах, по которым ведется подготовка. Естественно, и если говорить о строительстве, у нас не мог быть построен экотехнопарк за неделю, за две, даже если было полное финансирование. Проходит некоторое время, в данном случае это менее полугода. И, дамы и господа, не упустите тот шанс, не упустите ту возможность рассказать,
рассказывайте о ней людям, дарите это благо, дарите эту эмоцию инвестирования в технологию Skyway, в главную технологию, в корневую технологию, в базисную технологию. То, что будет в виде интеллектуальной собственности находиться в каждом проекте, будет инициирован по технологии Skyway. Те люди, которые только присоединились, если вдруг у вас есть сомнения, если вдруг вы считаете, что что-то у нас может не получиться, естественно, я могу сказать, дамы и господа, да, может произойти все, что угодно. Да, наш проект рисковый, да, проект наш венчурный. Но то, что было, дамы и господа, еще в 2014 году, это дискаунт, это венчурная премия. И я сброшу обязательно сейчас вам именно информацию Евгения Кудряшова, руководителя фонда нашего, попрошу, чтобы все понимали, что такое венчурная премия, что такое дискаунт. Вот, пожалуйста, ссылку примите. И это очень мощный показатель, то, что дискаунт был 1:1500, сейчас он при рассрочке 1:400, 1:600, кто успел. Дамы и господа, я рекомендую пользоваться тем временем, до того времени, до того момента, как дискаунт будет понижен, об этом будет сообщено за 2 недели. Следите за новостями, я рекомендую по своим возможностям, по своим финансовым ресурсам. И внимание, не смейте продавать никаких гаражей, машин, несмотря на то, что наш проект развивается и бурно летит. Сохраняйте спокойствие, сохраняйте хладнокровие и думайте прежде всего о рациональном использовании ваших средств. Если говорить про выгоды монеты, дамы и господа, выгоды монеты есть. Они огромны. Они огромны уже при будущем строительстве Transnet, когда мы будем перемещаться. Мы дали обет молчания на этот факт. К сожалению, мы об этом говорили. Но о чем я могу сказать, что, дамы и господа, это будет значительно серьезнее, значительно интереснее, чем, допустим, пользование бонусной программой Мили и так далее в Аэрофлоте, в S7 и в других перевозчиках. Потому что это то, что проецируется уже Анатолием Эдуардовичем Юницким, это тот подарок судьбы, который был предоставлен людям, те, которые верят на данной стадии технологии, и есть еще возможность приобрести эти монеты. Также думайте, решайте сами, иметь или не иметь, как говорится, дело хозяйское, дело абсолютно ваше. Но мы движемся, мы будем продолжать двигаться, и мы взлетим на ОТС, то есть взлетим через 20 лет, как предположил Анатолий Эдуардович Юницкий. Соответственно, дамы и господа, самое главное, что это реально, это возможно, и мы доказываем это результатами по строительству, мы это доказываем результатами по привлечению инвестиций, и то ли еще будет. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. До скорых встреч на следующих вебинарах. Я искренне надеюсь, что Сергей Анатольевич на вечернем вебинаре также будет присутствовать. Я искренне надеюсь, дамы и господа, что я максимально постарался и передал вам тот заряд, ту энергию. Бронируйте, запасайтесь терпениями, финансами, чтобы присутствовать на фестивале на экотехнопарке осенью 2016 года, потому что там следует быть обязательно. Всем счастливо, всем пока, до скорых встреч!